Подręcznik krok po kroku, poziom A1, lekcja 11, 11 rok, rodzina, семья. Nowe słowo. Rozwiedziona, rozwiedziona, nie żyje, nie żywiot, rodzeństwo, так называем родного брата или родную сестру или родных братьев, сестер. В русском языке нет одного аналогичного слова для перевода. Мы говорим, у меня есть брат родной или сестра родная или несколько. В польском языке это одно слово «родзенство». Мы можем спросить, чи маш родзенство? Есть ли у тебя кто-то из родных братьев, сестер? Можно сказать так, мам брата, мам сестры, у меня есть брат или у меня есть сестра. И можем ответить нет. Не, jestem jedynaczką, jestem jedynakiem. Например, я jedynaczka, если мы говорим, то это значит одна дочка в семье. Или jedynak, один сын в семье. Drzewo genealogiczne, rozmawiać, разговаривать, powiedzieć, сказать, стопроцентово, стопроцентно. Перейдем к упражнениям. Нам нужно почитать диалоги, перевести и сказать, где чья семья. Итак, читаем и переводим диалоги. Моя родина, а лектура актуальна чи та перша? Моя семья, но которая, актуальная или первая? То трохи скомпликоване, это немного сложно. Актуальне мам жона и двое дети. Сейчас у меня жена и двое детей. Естем другий раз женаты, я второй раз женат. Не мам контакту с першим жоном, але вем же она ма другего менже. У меня нет контакта с первой женой, но я знаю, что у нее есть второй муж. Не вем, чима дети. Я не знаю, есть ли у нее дети. Не вем, цо поведеч. Нормальнее. Мам мамы, таты, теж мам сестра и брата. Але не люби розмавич у моей родине. Не знаю, что сказать. Обычно. У меня есть мама, папа, также у меня есть сестра и брат. Но я не люблю разговаривать о моей семье. Юж не мам менжа. У меня уже нет мужа. То по-польску ще муві же єстем розведена, так? А по-польску это говорится, что я разведена, да? Єстем пу полько, пу ангелько. Я наполовину полька, наполовину англичанка. Моя матка єст польком. Моя мать полька. Не знам добре історії моєї родини. Я не знаю хорошо історію моєї сім'ї. Вєм же ойчець моєї матки, а мій дядек був пілотом в РАФі. Я знаю, что отец моей мамы, то есть мой дедушка, был пилотом. Моя бабча была стопроцентовым польком с бардзо аристократичной родиной. Моя бабушка была стопроцентной полькой с очень аристократической семьей. Нестеты юж не жиє. К сожалению, она уже не живет. А мой отец и его родина со англиками. А мой отец и его семья англичане. Мам дужом родины. Родицов, братьев, сестры, кузинов и кузинки. Я имею большую семью. Родителей, братьев, сестер, двоюродных братьев, двоюродных сестер. Вшисцы мешкаем в едном месте. Все живут в одном городе. То бардо файне, бо можем еще ченсто спутыкач. Это очень классно, потому что мы можем часто встречаться. Кто-то есть Мария Елена? То моя знайома, то значит пшиячука, то значит моя девчина, але еще не жена. Не мам жены, естем кавалером. Кто такая Мария Елена? Это моя знакомая, моя под... значит моя подруга, это значит моя девушка, но еще не жена. У меня нет жены, я холостяк. Кавалер – холостяк. Мешкам с родицами и братом. Я живу с родителями и братом. Мой брат и я естешмы близняками. Мой брат и я, мы близнецы. Мам теж чоче, сестры моего таты, и вуйка, брата моего таты. У меня также есть тетя, сестра моего папы, и дядя, брат моего папы. Моя мама не ма родзельства. Моей мамы нет ни сестры, ни брата родных. Мої дядкові і бабче мешкаємо в Гданську і в Познаню, для того жадко ще з потиками, тільки раз-два рази в року. Мої дедушки і бабушки живуть в Гданську і в Познані, поэтому ми рідко зустрічаємося, тільки раз або два рази в году. Очевидно, мам хлопака. Звісно, у мене є парень. Бардо ще кохами, але ще нічого не плануємо. Єстем панном. Мы очень любим друг друга, кохамище, то есть друг друга, мы очень любим друг друга, но еще ничего не планируем. Я такая панна, незамужная девушка, кавалер, холостяк, парень,
Панна – незамужняя девушка. Итак, давайте разберемся. У нас были новые слова, которые относятся к семье. Итак, панна. Кто такая панна? То кобета, ктура еще не ма менжа. То есть панна – это девушка, которая еще не замужем. Менжатка – то кобета, ктура ма менжа. То есть замужняя девушка. Замужняя женщина уже замужем. Менжатка. Жонаты – мужчина, ктура ма жены. Женатый человек – это мужчина, который имеет жену. Розведены – мужчина, который терас юж формально не мажон. Разведенный – это мужчина, который уже формально не имеет жены. Кавалер – мужчина, который еще не мажон. Кавалер – холостяк, мужчина, который еще не имеет жены. Родзенство – брат и сестра. То есть родзенство – это родной брат и сестра. Тетя – сестра матки или сестра отца. Тетя – это сестра мамы или же сестра отца. Вуек – то брат матки, люб брат отца. Вуек – дядя. Мауженство – то монж и жена. Мауженство – это семейная чета, семейная пара, муж и жена вместе. И сделаем упражнение номер 5. Брат – сестра. Здесь у нас противоположности уже. Брат – сестра. Отец – матка. Отец – мать. Монж – жена. Муж – жена. Дядек – бабча. Дедушка – бабушка. Кузен, кузынка, двоюродный брат, двоюродная сестра. Вуек, тетя, дядя, тетя. Хлопок, девчина, парень, девушка. Тата, мама, папа, мама. Кавалер, панна, холостой мужчина, незамужняя девушка. Женаты, манжатка, женатый мужчина, замужняя женщина. Разведенный, разведена. И переходим к следующему упражнению, чвичение номер 6. Здесь у нас есть генеалогическое дерево. И нам нужно прочитать текст, перевести и понять, кто где есть. Собственно, циферки я уже подписала, под циферками написано, кто где. Читаем и переводим. Мам только едном сестре, мана имя Бася. У меня только одна сестра, ее зовут Бася. Ест юж манжатко. И ма едно детску, цурке Амельке чилята, ктура ма чилята. Я являюсь замужней, и у меня один ребенок, дочка Амелька, которой 3 года. Ей монж Роберт ест знаным актором, ее муж Роберт знаменитый актер. Наша матка теж Барбара, баща это сокращенно от Барбара, наша матка теж Барбара, терез ест розведена, але мяла 2 мужей. Наша мама, также ее зовут Барбара, сейчас разведена, и у нее было 2 мужа. Мой отец ма на имя Тадеуш, а отец моей сестры Станислав. Моего отца зовут Тадеуш, а отца моей сестры зовут Станислав. Мои дядкови то Кристина и Зигмунд, али юж не живу. Мои дедушки дядкови, собирательный образ, когда говорят и дедушка, и бабушка вместе, дядкови, Кристина и Зигмунд, но они уже не живут. Мам жены Зоще и 2 дети. Янка, которая ма 21 лет, и Маугоще, которая ма 13 лет. У меня есть жена Зося и 2 детей. Янка, мальчик, он ма Янка, кого, то есть Янек, мальчик, мальчика Янка он имеет, которому 21 год, и Маугося, которой 13 лет. Янек ма девчине, ма на имя Дорота. У Янка есть девушка, ее зовут Дорота. Не маю еще дети. У них нет еще детей. А я естем Яцек. А я Яцек. Вот он наш Яцек. Барду ми мило панство познач. Мне очень приятно с вами познакомиться. Модель польской родины. Модель польской семьи. Давайте почитаем. Яке направде ест пана, пани, мауженство и родина? Задает нам учебник вопрос. Если вы семейный человек, мы сейчас прочтем, переведем, напишите потом в комментарии, какая у вас модель семьи. Очень интересно. 26% модель мешаны. 26% смотря смешанная модель. Монж и жена працуем заводово. Монж барджі, концентруєща на праці заводовій. Жона теж займуєща домом і дітьми. Муж і жена працюють
Работают по профессии, профессионально заняты. Муж более концентрируется на работе, а жена также занимается еще домом и детьми. 23% модель традиционная, традиционная модель. Только муж працует, жена занимается домом и детьми. Только муж работает, а жена занимается домом и детьми. 21% ані муж, ані жона не працює. Не работають ні муж, ні жена. 19% модель партнерська, партнерська модель. Муж і жона тиля само часу працюють і займаємося домом і дітьми. І муж і жена одинаково по времени і працюють, і займаються вместе також домом і дітьми. 6% тільки жона працює, муж займається домом і дітьми. 6% только жена работает, а муж занимается домом и детьми. 4% иная ситуация, другая ситуация. Ну и напишите, пожалуйста, расскажите о вашей семейной модели, как у вас в семье происходит. А мы с вами пойдем в 7-е упражнение. И нам нужно из кучи букв найти слова. Они уже подчеркнуты. Матка, мать, брат, брат. Жона – жена, манжатка – замужняя женщина, панна – незамужняя женщина, кавалер – холостяк. Не путайте со словом «кавалерка» – это однокомнатная квартира, квартира-студия. То есть противоположностью слова «кавалер» является слово «панна». Разведена – разведена, бабча – бабушка, дядек – дедушка, тетя – тетя, монж – муж. Хорошо, домашнее задание. Запоминайте, пожалуйста, новые слова, которые относятся к семье. Расскажите о своей семейной модели. Также можете почитать вслух текст, который о себе рассказывал Яцек, о своей семье. И можете составить аналогичный текст о себе, о своей семье. Можете также написать в комментариях. Почитайте, пожалуйста, еще раз диалоги вслух обязательно. Если есть новые слова, выписывайте их. Под видео также я в комментариях выложу словарик. А мы с вами увидимся уже вскоре, услышимся вскоре.